жизнь. Если вы верите в любовь с первого взгляда, смею вас предупредить. Не смотрите на этот автомобиль. Эмоциональный, высокотехнологичный, один из самых лучших представителей бренда. Kia Cerato будет соблазнять вас любой оголенной частью своего молодого, красивого тела. А заглянув в пылкое зеркало души, у вас непременно возникнет мысль. А чем не самый лучший автомобиль в мире? Сегодня в программе. Какие чувства вызвал претендент на звание руки и сердца у наших экспертов? Седан – это всегда такое вот, это благородная одежда автомобиля. Это всегда такая порода. Сейчас мы молча проедемся, потому что что-то мне некогда говорить. Не так давно неполным составом модельного ряда мы навестили родину компании Kia – Южную Корею, город Сеул. И, конечно, не секрет, что тогда нам удалось поближе познакомиться с этим брендом, а заодно утолить овладевшее мной женское любопытство. Итак, Cerato. С момента запуска моделей в 2004 году по всему миру было раскуплено 2,5 миллиона машин, а ежегодные продажи достигают 500 тысяч автомобилей. К тому же на момент выхода третьего поколения моделей в штаб-квартире Kia дополнительно изучили потребности целевой аудитории и сделали соответствующие выводы. Новый Kia Cerato, по мнению корейцев, станут покупать, во-первых, за дизайн, который теперь более спортивный, во-вторых, за богатое оснащение, крутое даже по меркам сегмента. По данным компании Kia, разработка третьего Cerato заняла 3,5 года и обошлась в 250 миллионов долларов. Зато теперь новый седан продается без малого в 130 странах. Если принять во внимание пристрастие автомобилистов Восточной Европы к седанам, можно смело предполагать, что этот автомобиль просто обречен на успех. Аналитики корейской фирмы подсчитали, что более 50% продаж легковушек в сегменте C приходится именно на версии с кузовом седан. 38% проданных автомобилей оборудованы автоматическими трансмиссиями, а 85% купленных машин оснащены моторами 1,5 и 1,6 литра. А у Cerato в этом смысле большой потенциал. Если вы до сих пор сомневаетесь в его шансах, взгляните еще раз. Этот красавчик только на первый взгляд кажется внушительным. Но при знакомстве, скажем так, с глазу на глаз, он даже очень секси. Крепкое сложение воспринимается как показатель здоровья и залог качественного потомства. Вес прибавил чуть больше 100 килограмм. Та же история и с габаритами. По сравнению с предшественником, Cerato стал длиннее на 30 мм, шире на 5 и ниже на 25 мм. База увеличилась и стала 2700 мм. Зато с весы чуточку уменьшились. Спереди на 15 мм, а сзади на 5. Увлекшись точными измерениями, производитель задекларировал даже такой трогательный показатель. Багажный отсек вырос в длину на 2 мм. Седан – одна из наших ключевых моделей, в принципе, и Kia глобально тоже. Он входит в тройку лидеров по продажам модельного ряда. К сожалению, в Украине еще не так воспринят клиентом, но, тем не менее, мы акцентируем большое внимание на дизайн автомобиля, комфорт и динамические характеристики. У нас представлен автомобиль в двух комплектациях с двигателями 1.6 и 2.0. Оба типа двигателей идут с коробками механика и автомат. 1.6 у нас 136 лошадиных сил и 2.0, соответственно, 161 лошадиная сила по мощности. Автомобиль рассчитан на средний класс клиента. Это мужчины, женщины 26-35 лет. Бывают, конечно, и постарше, но мы рассматриваем его как юнисекс. Все-таки сегмент седана в Украине еще довольно-таки объемный, и большие акценты у нас на этой модели. Он был презентован в этом году. Была презентация в корейском стиле, привлечь клиента к тому, что это корейский автомобиль хорошего качества.
Если бы дизайн Шерата продавался отдельно от него, то на скетчах имелся бы лейбл «Made in USA». Облик нового седана вместе с коллегами из Калифорнии создал американец Том Кёрнс, фактически правая рука самого Питера Шрайера. И в целом, благодаря американским дизайнерам, нащупавшим новую жилку шрайеровского образа, новый Шерата имеет самобыточный облик. Теперь не нужно бегать автомобиль сзади, чтобы посмотреть название нового Kia. Что об этом думает наш дизайнер Дмитрий Новиков, сейчас узнаем. Дмитрий Новиков – выпускник итальянской школы дизайна. Многократный победитель международных конкурсов Opus Design Award, Martini Art Collection и Bombardier Transportation. У каждой компании есть один автомобиль, на который возлагаются все коммерческие, в первую очередь, и популярные надежды. У большинства из производителей этот автомобиль находится в районе хэтчбека или седана класса C. Не стало исключением и модель компании Kia, на которой вот уже в третьем поколении компания возлагает очень высокие надежды на хорошие большие продажи. И, как правило, они оправдываются. Конечно же, основными рынками являются Северная Америка и азиатские страны. Именно поэтому дизайн этого автомобиля был разработан в североамериканском отделении дизайн-центре компании Kia. Она имеет уже такие ноты, в общем, она имеет самостоятельную харизму, не зависит, не является клоном Seed, как это ожидалось заранее. Она не является клоном более крупных автомобилей. Церата имеет свой харизматичный такой характер. Она обладает определенной модностью, которая присуща этой машине на сегодняшний день, должна не уступать никому из конкурентов, только так она сможет быть коммерчески успешным автомобилем. Предыдущий был, конечно же, ладно сшит по лекалам великого маэстро Питера Шрайера, и лекалы эти немецкие, все линии были в определенной такой параллельно земле горизонтальной гармонии. В отсутствии стиля ее нельзя было упрекнуть, машина была очень стильной. А вот третье поколение появилось в Америке. В отличие от всех остальных более крупных и мелких собратьев этой машины, которые были разработаны в Европе, во главе лежит динамика. Это то, что отличает ее от предыдущей машины. И есть три основных отличия, которые стоило бы выделить в дизайне нового облика. Номер один – это, конечно же, подштамповка на боковине, которая как бы зеркально отображает линию крыши, подчеркивая тем самым удивительно, но подчеркивает динамику машины. Это тренд, который запустили на рынок более люксовые компании типа Audi, BMW, но никто из них еще не отображал на автомобиле отражение собственной крыши. Такого еще не было. Это, конечно, мелочь, но многого стоит. Вторая деталь – это треугольный сегмент стекла, такая форточка, которая находится перед зеркалом заднего вида, впереди бокового остекления машины. Если посмотреть сбоку на эту деталь, не видя всего остального автомобиля, можно подумать, что это минивэн. Ну или какой-то минивэнистый кузов с очень сильно наклоненным лобовым стеклом. Но это не так. Перед нами седан C-класса. Очень тяжело сделать машину успешной в данном сегменте, но еще тяжелее сделать красивый гармоничный седан. Я бы не сказал, что этот седан получился действительно красивым, и седан – это всегда такой вот, это благородная одежда автомобиля, это всегда такая порода. Но, кстати, есть такая особенность у пропорции, он выглядит меньше, чем есть на самом деле. А так он, как будто он машина на класс меньше. Обратите внимание, как мало занимает часть стекла на боковине в соотношении с частью металла. Вот чем меньше стекла визуально, тем динамичнее всегда смотрится автомобиль. Это такая беспроигрышная формула в дизайне, небольшой секрет. Ну и третья деталь. Эта деталь наименее важна, может быть, в плане дизайна, но она самая очевидная и самая узнаваемая. Ее видят все, и не только профессионалы. Это светодиодные эффектные брови. Сделал Kia этот ход в своеобразной манере. Как по мне, даже очень интересно получилось.
если бы я рисовал эту машину, то я бы представил еще смелее передок этого автомобиля в виде знаменитой решетки Tiger Nose, нос тигра, которую придумал еще, ну, придумали во времена практики Питера Шрайера над образом компании Kia. Вот представьте, что весь передок автомобиля занимает эта решетка, то есть от кончика внешнего правого до кончика внешнего левого фары все это решетка радиатора нос тигра. И вот более такой открытый подход или как бы прямолинейный подход к лицу автомобиля я бы вот хотел показать. Поколение нашего нынешнего гостя – седан под названием Kia K3. Дебютировал он в Южной Корее в 2003 году. Выводить замену модели Kia Sophia, также известные как Mentor, Шума или Тимор, на другие рынки корейцы тогда решили под другими именами. В Европе автомобиль представили как Черата, а в Америке он продолжил носить славное имя Спектра. Новинка получила серьезные дивиденды от альянса Kia с дружественной компанией Hyundai. Новый автомобиль разделил платформу с Elantra третьего поколения и заполучил моторы семейства Beta 2, бензиновой четверкой 1.6 на 105 лошадиных сил и двухлитровые на 143 силы. Также Черата комплектовался тремя дизелями CRDI. Коробки передач, пятиступенчатая механика или четырехдиапазонный автомат на выбор. Автомобиль обладал весьма удачным сочетанием цена-качество и стал на некоторых рынках настоящим бестселлером. Продажи первого Черата стали рекордными – 1 миллион 230 тысяч машин. А это свыше 200 тысяч штук в год и 28,5% мировых продаж марки Kia. Чтобы закрепить успех, в 2006 году корейцы провели рестайлинг. Вторая генерация модели, представленная в 2008 году, на многих рынках называлась Kia Forte. Имя Черата автомобиль сохранил в Украине и ряде других стран – в России, Австралии и Бразилии. Причем, пока в Штатах версию с кузовом хэтчбэк по-прежнему величали «Спектрой». В Европе продажи этого варианта свернули из-за подоспевшего к тому времени СИДа, чтобы не создавать конкуренции внутри модельного ряда. Корейцы заявили, что второй Черата построен на абсолютно новой платформе, которая ляжет в основу следующего поколения седана Hyundai Elantra. И фактически вернули коллегам по альянсу давнишний должок. Оборудованный простой и надежной подвеской седан второго поколения для неамериканского рынка обладал бензиновыми моторами на 1.6 и 2 литра, мощностью 126 и 150 сил соответственно. Ну а доступные трансмиссии стали исключительно шестиступенчатыми – и механика, и автомат. По данным компании, на конец 2012 года продажи предыдущего Черата превысили 1 миллион 210 тысяч автомобилей. За один только 2011 земляне раскупили 445 тысяч экземпляров. Это практически 20% глобальных продаж Kia. А корейцы имеют основания полагать, что рекорд первой генерации будет повторен, а может и побит. Автомобиль – отражение своего хозяина. Один может быть сдержанным, но в душе кипеть. Другой, наоборот, создавать иллюзию неоправданной агрессии. Рельефный капот и боковые линии нашего автомобиля – это серьезный намек на спортивность и высокую мощность. Насколько эта мощность оправдана, будет судить Олег Василевский. Олег Василевский – главный редактор группы журналов «Автобильд», член жюри от Украины конкурсов «Золотой руль», «Автобест» и «Двигатель года». Всего через 4 года Kia убил свое
второе поколение Чирато. Очень мало по автомобильным меркам. Современная мода скоротечна, и об этом очень хорошо знают дизайнерской студии в Калифорнии, компании. Потому что если вам, например, 27 лет, вы же не считаете себя старым. А по автомобильным меркам это же где-то уже 59. Поэтому действовать надо быстро. Тем более, что нужно оправдывать свой девиз «Сила удивлять». То, что некоторые производители выдают желаемое за действительное, Kia реализует в каждой своей новой модели. Посмотрите на ее внешность. Здесь могут быть 17-дюймовые диски, здесь светодиоды. Вот здесь, здесь ксеноновые фары. Неужели на чем-то все-таки Kia же должен был сэкономить, чтобы втиснуть этот автомобиль в приличную цену? Может быть, в салоне? Туда мы сейчас заглянем. Если бы мы играли в игру «Знакомство вслепую», и с меня сейчас сняли повязку, мне бы, наверное, сердце забилось учащенно, потому что выглядит, ну, очень классно. Посмотрите на кнопочки. Они выпуклые. Вы думаете, это ничего не значит? Вот это признак люкса, когда кнопку дизайнеры доводят до ума легкими штрихами. А технологии потом исполняют так, чтобы на нее было приятно нажимать, чтобы она ощущалась на поверхности. Вот здесь даже лучше, чем в более крупных моделях марки. Видно, что сравнительно новая модель, поэтому здесь заложили все самое лучшее, к чему успели к этому моменту прийти. Нежнейшая кожа на руле. Отличная, мягкая, несмотря на то, что выглядит как обычный жесткий пластик, отделка дверных карт. Если здесь чего-то нету, то это может быть нету только в украинской комплектации. Здесь столько много всего. Подогревы, в том числе руля. Цветной монитор с камерой заднего вида. Если вы возражаете, что она маленькая, то по опыту, даже на более крупных машинах, вполне достаточно вот этого вот размера, если у вас хорошее зрение, чтобы видеть все препятствия. Прогресс в сравнении с предшественником, ну, мягко говоря, налицо. Лучше материалы, больше вот этих вот хромированных штучек. Очень приятное ощущение, как это все нажимается и крутится. Явно работали над каждой пружинкой. Но вот этот салон уже начинает напоминать на том, что дизайнер по сути своей немец. Если в предыдущем Чирато все было веселенькое, интересное, задорное, юное, то здесь уже чувствуется склонность, больше солидности. Что приятно впечатляет, это то, что центральная консоль развернута немножко к водителю. Это говорит о том, что автомобиль наверняка не лишен спортивных амбиций. Меньше сюрпризов ожидает пассажиров в плане того, что они не так оценят качество, как водитель, потому что в задней части выдающееся качество не бросается в глаза. Хотя, если вы пассажир, разве вы на это обращаете внимание? Вам нужно больше места и больше комфорта. А с учетом того, что у нового Чирато база вытянулась аж на 5 сантиметров и достигла внимания размера Сорента, сзади не может быть непросторно. Просто если сзади вы сидели удобно вот так, то теперь еще можно и вытянуться. Мы ее завели, кстати говоря, и ничего не услышали. Чирато новый работает так тихо, что я могу услышать, как отстукивают мои часы. Точно та же ситуация с вибрациями. По части шумов и вибраций Чирато стал одним из самых тихих и не вибрирующих автомобилей в классе. Вот это прелесть того, что автомобиль создавался не столько для европейского, сколько для американского и азиатского рынков. Там такие вещи очень ценятся. Я останавливаюсь на Чирато на светофоре. Вам кажется, что он заглох. Работает как гибрид. Системы старт-стоп здесь нет. Если речь идет об экономии, то все сводится к тому, что шестиступенчатая коробка передач, двигатель с многоточечным впрыском. Даже вот этот топ-мотор, который предлагается для Украины, 161 лошадиная сила из 2 литров, это очень большой шаг вперед в сравнении с тем, что было. Во-первых, он не воет больше, он всегда тихий. Один из тех немногих автомобилей, едва ли не единственный в своем классе, на котором можно ездить, не включая музыку, чтобы она прикрывала вам
лишние шумы. Настоящее люксовое ощущение. Во-первых, инженеры вложили сюда колоссальное количество усилий. Так, голыми цифрами говоря, 63% стали, которая здесь использована, это высокопрочная сталь. Немногие даже премиум-бренды позволяют себе такую долю высокопрочных стали. Плюс шоковая терапия производства штамповки кузовных панелей. И в итоге жесткость кузова возросла на 37%. Подвеска здесь стала по-настоящему комфортной. Если одно из главных замечаний у предыдущего вчера, то у меня лично было в том, что подвеску сделали слишком жесткой. И понятно зачем, чтобы нивелировать мягкость кузова и автомобиль чувствовался спортивным в поведении и не кренился, то здесь с этим все в порядке. Кузов монолитный, как станина у станка, поэтому можно играться с подвеской. И вот здесь я считаю, что Kia достигла еще больших успехов. Даже больше, чем в целом по автомобилю. Я всегда считал, что Kia двигается шажками. В одном поколении улучшили дизайн, в другом поколении улучшили качество, в третьем поколении улучшили деталировку салона. То есть здесь сделали все сразу. Cerato – это снова самый динамичный седан в своем классе, предлагаемый на украинском рынке. До этого этот титул носил его предшественник. Он стал заезжать в повороты сам, его не нужно туда заталкивать. Подъезжайте к повороту, бросаете машину туда, и она выворачивается. Выворачивается. Я даже не отключаю систему стабилизации, она мне не мешает. Она вмешивается тогда, когда нужно. У руля, как у всех современных Kia, появилась функция, которая позволяет менять жесткость на нем, от комфортного до спортивного. Я бы не сказал, что она делает автомобиль еще спортивней или еще комфортней. Просто, допустим, в спортивном режиме у вас меньше шансов слететь с траектории на большой скорости, или вы чуточку лучше чувствуете автомобиль на затяжных траекториях, например, на горной дороге. В комфортном режиме вы можете парковаться, просто прокручивая одним пальцем руль. Это ничем не уступает не просто европейцам, а немцам, которые мы привыкли принимать за эталон. И он готов посрамить, например, более дорогую Volkswagen Jetta. У меня больше нет замечаний, например, коробки передач. Предшественника были, она как-то нервно хваталась за низшие передачи, когда водитель вдруг требовал всю динамику разгона. Во-первых, мощнее стал мотор. У него регулируемые фазы, у него два вала в головке цилиндров. Это значит, что у него есть тяга и на низких оборотах, хотя, если вы хотите получить мощность, все равно вам придется востребовать 4-5 тысяч. Но при этом двигатель не забывает, как это было раньше. Cerato появилось одно очень вкусное качество. Теперь мне кажется, что я могу с ним делать, что захочу. Он больше не теряется, когда я требую от него невозможного. Автомобиль у нас предлагается от 164 тысяч гривен в стартовой комплектации, это база. Уже в базе у нас две подушки комплектации, ABS, дисковые тормоза передние, задние, стеклоподъемники всех стекол, подогрев передних сидений, магнитола, кондиционер. Если рассматривать топ-комплектацию, кто предпочитает больше комфорта, это уже у нас присутствует там 6 подушек безопасности, стабилизационный контроль автомобиля во время движения, за камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль. То есть для комфорта клиента мы работаем максимально, и у нас есть любые предложения. Привлекательный, способный, понимающий. Если для вас высокие чувства – это миф, и вы собираетесь подвергать своего избранника испытаниям, будьте готовы признать – это любовь на всю жизнь. Ну или пока новая любовь на всю жизнь не встретит вас в витринах автосалона. Делайте правильный выбор в жизни. С вами была Юлия Соломатина. До встречи!